ураган, ураган тайга 2000. Вот только приехали, получается, с озера, ну, через лес, потом через озеро. 500 килограмм рыбы. 500 килограмм рыбы, плюс третьи сани были с вещами, плюс собаки. Ну, нормально едет. Самое главное не скорость, конечно, в нем, а то, что просто тяговая сила есть. Километров 25 мы ехали свободно, да? Да. Вот так вот. До этого были разные. Это буксировщики. Есть снегоходы, но ехать далеко. Поэтому экономия в первую очередь. Это кто рыбак выходного дня. Красный. Значит, кончился.